mani aizvien vēl mēdz pārņemt sajūta, ka ir jābaidās. Nevis no kaut kā ārēji, bet no sevis paša. Советский человек в нашей голове еще жив? Жив. Скажем, ему сегодня, предположим, 60 лет. Он теперь руководит страной на всех уровнях. Он решает вопросы так, как устроена его голова. One thing democratic for me is totally non-democratic for you. Советский Союз не разрушился. Он живет еще. Решения принимаются одним человеком. То, что началось после Крыма, это полностью перевернуло все, что здесь есть. Тогда стало понятно, что этих советских людей очень много. Да, да? Они вот это поскребли, и сразу вот они. Я сейчас полингую, я подумал, как у меня брат сушение, я думал, фу, так лайк-машина, как язык. Ютус воядзик, ютус косова, трауцию. It's a belief in smashing the system, destroying it, and only when we wreck everything can we create something new and better. Some people want it. My guess is it's about 30%. Кто за, поднимает руку. За сохранение СССР. Даже если оккупировали, но в Советском же Союзе не было все время плохо. Проблема, что у нас не появилось табу на левый тоталитаризм, что левый тоталитаризм, ну, коммунисты, ну, в принципе, они же хорошие хотели, да? Это же абсурд, 100 миллионов людей умирали,